Что, Константин, у вас новая тачка, что ли? Да, крутая. Ну, поздоровайся хоть с подписчиками. Всем привет. Ему не верьте. Ему не верьте, он вас обманет. Всем привет. Сегодня приехал, у нас ТО закончилось. Что, новая тачка пришла? Что нового, Костя? Сидушка двигается, да? Выдачи готовы завтра, чтобы с тепла выдавать клиентам. Да? Что, покупают такие, да, тачки? Ну, куда без них? Весь колхоз на них держится. Весь колхоз? Ну что нового? Давай рассказывай, сколько денег с меня. Насчитали, короче, они мне там массу денег. Сейчас мы будем скидку требовать. Короче, смотри, что я купил еще. Но менять я у них не буду, я поеду к Витали завтра. Шкварня, короче, мне сказали, моим шкварням хана. А пакет это из КБ как будто? Шкварням хана. Купил, короче, как они называются правильно? Комплект для ремонта шкварневого узла. УАЗ. Воксуэл, компания производит, сказали, самый лучший город Бийск. Вот такие вот они. Сказали, лучше не бывает. Поеду завтра к Витали менять. Комплект, кстати, 2900 всего стоит. Еще мне скидочку сделали. Ну, это вы умеете. Мы, говорит, вас по телевизору тоже смотрим, сделаем вам скидочку. Купил, короче, вот такие еще, смотри, я, Костян. Ремкомплект поворотного кулака Мосс Спайсер. Понял? Резинки купил. Потом купили вот такую тумбу Мобил. Не стал, видишь, это Мобил купил. Не стал экономить. Купил эти, забыл, как они называются. В эту фигню вставляются. Ты понял? Колодки передние купил. Колодкам тоже Костя сказал, хана пришла. Ну, еще не хана, а передние. И задние колодки купил. Задние колодки вообще, кстати, халява. 450 рублей одна сторона. То есть две накладки 450 рублей. А на комплектацию, у меня же комплектация Бомб Стайл, соответственно, у меня цены такие. А на шайбы сразу там что-то 2 с копейками, почти под трешку. 2900, да. Вот так вот. Так что выигрышно. Выигрышно, в принципе. Ну что, давай рассказывай, что сделали с моей машиной. Короче, мы ее перегнали через дорогу. Если ты видишь, там вот черметом. На металлобазу. Да, черметом. Что сделали-то? Рассказывай давай. Что меняли? ТО 2 прошли. То есть здесь лучше к мастеру, наверное, я что тебе. Я ж не сервис. То есть все, что согласно сервисной книжке, все сделали. Так. Плюс дополнительно проверили, посмотрели. Ну, по твоему антифризу, это фантастика. Пока причины не можем найти, откуда он появляется. Они, короче, мажутся стопудово. Такое ощущение, что Денис просто троллит нас сейчас с антифризом. Налил себе на коврик антифриз, налил, да? И показал, приехал. Что да, сейчас мы вам тоже покажем, а вы напишите комментарии, гасится от лантавта или нет. Давай рассказывай, что за эксклюзив тут у вас появился. Что это такое? Хантер на заказ? Это Хантер экспедиция, которую привезли на заказ клиенту, который ждал его 3 месяца. Серьезно? 3 месяца такие машины? Ну да. И что, сколько по деньгам она выходит? Ну, чуть больше миллиона вышло с учетом дополнительного оборудования. Стартовая цена 994 900 рублей. А это именно сколько вышло денег? Ну, это 1 012 000 вышло. Миллион 12. Ну вот, ребята, Хантер за 1 000 000 рублей. Нормальная тема, что? Гудрич. Резина, да, 235-85, насколько я помню. Так, резина у нас стоит. 235-85. Да, 235-85-16, как у меня высота, да. Ну, считай, резина сколько? Бампера? Фаркоп. Главное, ты обрати внимание, ничего не замечаешь, заднюю часть. С Хантером не очень хорошо знаком. Задняя часть Хантера? Дверь отсюда зайди. Опа, да ладно. Старая 69-я дверь, да, что ли? Да, да, то есть специально. Военные технологии. Нифига себе, а что я решил? Это заказ клиента вообще? Нет, это именно эти версии делаются с таким бортом. То есть этот кверху, этот сюда? Да, да. Ну как раньше было? Да. На 469-х, нифига себе. Так, сзади что получается, раздельные сиденья, что ли, да? Ну они и у простого раздельные. Обалдеть. Стандартом отличается обивкой, то что у стандартного идет, скажем, дермантин, так называемый. Но. Здесь идет тканевая влагостойкая обивка. Угу. Ну пол шикарно уже этим резиной полностью закрыли, да, можно. В стандартных также есть. Скохера прям мыть его. Ну, в стандартных то же самое. Багажник здоровенный, конечно. Ну, багажник экспедиции.
коллекционный. Вот 1 012 000. Локеры какие-то, смотрю, стоят. Пороги идут. Мотор какой, Костя, стоит? 409-й? 409-й, да, сейчас у него... Ну не ЗМЗ обычный. Ну, не ПРО. Ну не ПРО. ЗМЗ 409. 135 лошадиных сил. Ох, лебедка какая здоровенная. Red BTR, Женькина любимая компания. Сколько лошадей? 135, сейчас как у Патриота. Как у Патриота, да? За счет чего они это сделали? Опять прошивки, то есть там ничего. Компьютер, да? Ну а так что, обычный Хантер. Только обвес, я так понимаю, блокировок нет у него? Заводских никаких? Блокировка задняя у него есть. Задняя блокировка? Да, механическая? Электрическая. А электро уже стоит? Да, да. Кнопка по центру там. Мосты что тут какие? Спайсер? Мосты спайсер тут, да. Патриотовские. Задняя блокировка стоит. Хантера, то есть. Задняя блокировка, да, стоит электрическая? Есть, ну слушай, закрывается более-менее. Основная фишка этого автомобиля, то что это узаконено все. То есть все прописано, вот АТС, одобрение типа, все как положено. То есть ты его купил, на учет ставишь смело, не надо ничего узаканивать. Слушай, двери как это? Часть денег как раз за бумаги. Часть денег за бумаги? Слушай, двери как хорошо закрываются. Ну во. Военная техника. Не, ну а что? На охоту, на рыбалку. О, здесь смотри, конечно. Это нормально. Хантер не перестал быть Хантером, версия экспедиция. Ёлки-палки, посмотри. Так там щель. О. Ну, смотри, она. Только машина пришла. Она ходуном ходит. Так там сквозить будет. Ну, багажник. Там, конечно. Косульку одну только положишь, больше ничего не положишь. Ну дверь, конечно, да, бомба. Нанотехнологии. Все новое, хорошо забытое старое. 1 000 000 рублей, пожалуйста, вот. И вы счастливый обладатель. У вас Хантера. Ну надо будет экспедиция, комплектация. Ну надо будет подождать еще, да, 3 месяца. Нет, ну здесь кто-то по наличию, просто мы не рискуем. У нас очередь не стоит, скажем, за такими машинами. Больше все-таки предпочитают патриоты брать. Ну прям для любителей, так скажем, кто ценит данную марку. Ну багажник высокий такой. Тут тоже, кстати, этот. Этот разрезной, да, с двух частей. Да, да. Производитель один и тот же. А лестницы нету, да? Как на багажник залазить? Ну, здесь, да, здесь посложнее, чем с патриотом. То есть тут надо еще это акробатический минимум сдать будет. Встать как-то сюда, потом сюда, и потом только туда. Благополучно соскользнуть. Машин-то много, но на складе. Машин много есть сейчас, вот может сейчас кто-то смотрит это видео у нас в Тюменске и скажут, эх, автомата бы я сейчас взял. Есть автоматы, которые прям приехал вот завтра и купил? Вот с ПТС-кой, пожалуйста. Вот с ПТС-кой, да, стоит? 2 штуки таких черных. Вот, 1 280 000, ребят. Если вы суммой такой располагаете... 2 штуки даже стоит. Ну, 2 черных есть по наличию. 2 черных свободно. Это комплектация, вот. Статус максимальный. Это максималка есть статус. Комплектацию, которую мы с тобой отсматривали, оптимум комплектация. Там 3 автомобиля с ПТС-кой. Это белый, это темно-серый и серебро. То есть, ну, белый он здесь в салоне вначале стоит. Короче, в описании телефон Кости, как всегда. Давайте, заходите, звоните. И вот прямо желающий может приехать прямо завтра. Смотрите, какой красавец. 1 280 000, автомат, черный цвет, кожа, рожа, все дела. Ух, самец. 18-е диски с колпачками УАЗ. Резина Скорпион уже, смотри как. Вернулись, кстати, они на Пирелли резину Континенталь заставили. Но Пирелли лучше. Ну, может, дешевле предлагают им на заводе закуп, не знаю. В этом нам не объясняют, но тем не менее факт. Просто вернулись на Пирелли. Именно вот 18-е колеса. Короче, машин много, звоните Косте, он вам подберет. А, ну тест-драйв еще, да, Костя, пусть приезжает? Да, конечно. Все записывайтесь, Костин телефон в описании, звоните, приезжайте, катайтесь.
Балдейте. Но знаете, в этом году, говорят, цвет белый в моде. Видите, сколько белых у них патриков. Вот, кстати, в наличии сейчас стоит тоже. Кому именно под охоту, под рыбалку, пафос никакой не нужен. Вот стартовый 829, но вот с этим тюнингом уже лестница, решетка, этот багажник, колеса стоят. Вот 921 тысяча, ребят. Дешевле, чем китайский квадроцикл. Приехали вот такого, забрали готового сразу. И больше делать ничего не надо. На учет поставили и поехали. Здесь, кстати, в АТТС тоже все прописано, да? Да, на Патриоты сейчас с конца 17 года прописывается багажник. И вот так вот. Лестница, лебедка. Резина, диски уже стоят, все. Сел, поехал. Лестница, багажник. Красавец. Так, ну и второе ТО. 30 тысяч километров пробега. Многие сейчас мне будут там писать, что у тебя рук нету, нафига тебе эти дилерства. Я вам скажу, машина на гарантии еще год. Зачем мне рисковать? Тем более были прецеденты, тем более это УАЗик. Заплатил, в общем, я сумму 7960 рублей. А давайте именно пройдемся, что туда входит. Значит, вошло туда услуги ТО. Протяжки, все эти просмотры, естественно, жидкости, все, вся ерунда. Масло моторное Лукойл, как я понимаю. Oil Premium у них называется, но я знаю, что это Лукойл. 7 литров масла, 5,40, значит, воздушный фильтр 500 рублей, масляный 220, комплект свечей, смазка, замки мне мазали там и прочее. И компьютерная диагностика 400 рублей. Итого запасные части 3600 и услуги 4360. Цена, я вам скажу, очень приемлемая. 8000 рублей. И у нас еще год гарантии. Естественно, сделали отметочку, сервисную книжку. Все как положено. Так, ну и как я и сказал уже, в результате дефектовки еще обнаружили болтание колес передних. А именно замена шкварней, потому что там протягивать уже некуда. Естественно, это делают большие колеса. Поэтому задумайтесь, надо ли оно вам. Но как бы я считаю, ничего страшного. Завтра, значит, еду к Виталию. С утра будем менять шкварня, будем менять колодки передние, задние. И будем еще подключать освещение дополнительное на багажнике. Собственно говоря, ну вот так вот. Небольшой такой выпуск. И потом мы запишем уже выпуск про ржавчину. Он очень многим интересно, я знаю. Все пишите, покажи ржавчину, что там было. У меня он был обработан сновья антикоррозиционным специальным составом. Короче, расскажу, покажу чуть позже. Все, давайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, пока.